прошлом году их было много – общественно-политических, спортивных и культурных. На высоком уровне была организована охрана общественного порядка при проведении третьих зимних всемирных военных игр, российского инвестиционного форума, тестовых матчей, а также Кубка Конфедерации, международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Сочинская полиция получила достойную оценку своей деятельности. Следует отметить, что на 8% снизилось количество преступлений, улучшилась раскрываемость. Были также определены приоритетные направления работы на первое полугодие этого года. По-прежнему это обеспечение безопасности граждан, в том числе при проведении международных мероприятий и профилактика преступности на всех уровнях.